Короче, я решила сделать эти дубайские шоколады, которые сейчас в тренде. И нам понадобится фисташковый баттер, кадаиф. Мы купили готовые уже. И их не надо жарить, и они очень хрустящие. И потом нам понадобятся фисташки, если вы хотите фисташки. И потом нам понадобится растопленный шоколад. Сперва мы поставим фисташки. А теперь поставим шоколад сверху. Ой, шоколад очень горячий. А теперь мы помазали шоколад. А теперь это поставим в холодильник, чтобы остыло. И потом поставим начинку. Давайте теперь сделаем начинку. О, вау! О, май гад! Быстрее бы попробовать. А теперь? Давайте перемешаем. Вот начинка готова, и наш шоколад тоже остыл. Давайте поставим начинку теперь на шоколад. Выглядит так вкусно и сладко. Вот готово, а теперь поставим шоколад. Вот готово, а теперь мы поставим шоколад в холодильник, чтобы остыть. Вот и готово, сейчас достанем. Вау! Посмотрим, поскушать. Вау! Ого! Давайте поломаем. Раз, два, три. Ого! Окей, давайте попробуем. Да, вкусно! Такой сладкий, такой вкусный, хрустящий. Очень вкусно. Вы даже не попробуйте. Да? Я тоже сделала второе, которое без фисташков сверху. Давайте откроем. Вот так оно выглядит. Давайте откроем, окей? Давай. О, выглядит одинаково. Давайте попробуем этот. Он тоже такой вкусный, сладкий, хрустящий.